Как итог стараний и нервов, поиска ошибок и удач, телеобъектив в России первый из региональных передач. И хотя победе этой рады, снова мы в делах, труде, в пути, но не ради славы и награды, чтобы слово правды всем нести. Осенью, зимой, весной и летом, съемки, интервью и репортаж только для того, чтоб первым это в телевизоре увидел зритель наш.